Ребят, что это за карта? Я просто люблю трощить. Да, офигенно карта, реально. А что тут делать надо? О, тут улица, блядь, опять все лагает, блядь. Пиздец, мы уже идем. Еще три карты. Купить Гепорт 590, может вы мне скажете, может в этом дело, да? Кто же спал сломать? Стреляйте кто-нибудь в углу стоял, похиляйте. Ребят, собираемся в угол.
А вы не знаете, как менять зомби? Класс зомби. Никак не менять. Нифига у вас там. Меньше и меньше. Ну, значит, ну, вы проиграете. Нет, галочка! Вот когда вы точно проиграете, потому что когда будет четвертый или третий, давно. Когда будет четвертый или третий, уже будет сложно. Когда появятся хищники, танки. Вот сейчас, наверное. Угу. Наверное. Бункер пойду. Кер. Ты в бункер идешь? Я с тобой. Ребят, прыгаем вниз, мы в бункер. А, бункер, значит. Спасибо за инфу. Я с вами. Покидайте мне, пожалуйста. Кар. Кар. Вы будете десантироваться, да нет? Братан, а подари Гаус. Хотя бы. Братан, таракан. Полечите меня. Стой. Подай Гаус. Я что ли? Ой, чувак, какой классный. Я включился. Ну, от души вообще. Чего умирает? Мне ничего, жить и жить. Я Галочку показал? Подарили. Это классный спавер. Я же говорил про это.
Нас очень много. Что так, что здесь второй проход есть? Со второго прохода. Вот, ребят, второй проход, значит, прорвут. Деньги! Проход, ребята, с панели. Ха, я же говорил, что сейчас нас тут паун поставил. Ива, давай ты паун сейчас поймаем. Ага, вы не сможете до него добраться. Спасибо, Олег. Смотрите, ребята, они прорвались. Они прорвались. Ну все, можно через другой ход идти. Их это. Пожа, хорошо. Бежать. Кто со мной? Я. Бежи. Долго вам бежать. Думать. Мы уже идем. За вами. Эй, вы чё? Мне даже вас можно... Штык-штык. А кто-то вообще возле маяка выживает? Один кто-то. Тут два. Не, был где-то уже 10. Мы же, ну короче, все ваши игроки. Почти. Да, я пришел к вам на маяк, здорово. У меня есть гаусская бумсти. Эйден. А, да сейчас же будет следующий раунд. А как ты, Стоямба, как ты на маяк забрался? Не понял. У него есть магия. Серьезно говорю. Ну ладно, туши. Это по пикселю. Он больше не получится взлететь. Он же как-то взлетел. А, да тут по окошкам. Туда даже зомби не могут пробраться. И он тут снайпером сторожит. Да, наверное, глядит. То есть на место. Ну все, новый раунд. Понял, Микса. Все на маяке, идемте на маяк, что ли. Чуть-чуть не так. Я вылезал, пацаны, я стал человеком и выжил. А, так я
нет, надо было на маяк добраться. Правее, идите. Ну и как же на маяк забраться? Короче, тут вентилятор стоит, если в нужный момент на него встать, его вот кинет и все. Правда, проблема в том, что, ну, за зомби это не делаешь. За зомби нет, для людей, да. Все, мне кажется, вы люди выиграли этот раунд. Да. Новые проповедь приколочь. Мы жалуемся, что нельзя на последнем раунде собирать этого карателя. В раунде здесь так сложно, какой карать? Нет, хотя бы 5 карателей на последний раз. Ну ладно, одного. Ты серьезно? Одного. Ну, никто не выживет. Да, поэтому я и хочу. Почти. Все, мы погибли. Вы нет, вы не погибнете. После экзамена я говорю вам это. А кто знает, как баррикаду можно сломать? Просто вот эту, с которой до нее нельзя дотронуться. Не надо, не бить! Да вы, блин, выиграете! Все, не нужно! Нет, ребят, это говно карта! Вы, ну, да, конечно, я знаю! Моя мать! Я же попробую поближе! Я думала, она нормальная, ты не стал зомби! А для тебя она плохая, потому что ты стал зомби? Я стал зомби и возродился, блин, он. А, да, бывает классная фигня. Он прям рядом у нас сейчас. Ладно, мне нечего делать, я тоже вас представляю человека, который застрял в табуретке. Ух ты, это что за месиво тут? О, минус один, почти минус один. Блин, минус один.
перелете, а вы вот выжили. Благодаря некоторым причинам. Потому что мы не оставшиеся выжившие в табуре. Уже три.